17 августа Заинский муниципальный район с рабочей поездкой посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В сопровождении главы района Разифа Каримова, министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зибарова, он совершил облет полей по сельхозугодиям агрофирмы «Заинский сахар» и ознакомился с ходом уборочных работ. Рабочая поездка главы республики началась со строящегося двора в рамках проекта «Наш двор» на улице Строителей 2 и Октябрьская 1. В 2020 году в программу вошли 45 дворов, как в городе, так и в сельских поселениях. Из них в 39 дворах работы начаты. Президенту показали, на каком этапе работа находится сейчас. Сейчас у нас вот здесь организованы площадки, песчаные покрытия, которые по нормативу требуются. Высажены зелень, это уже инициатива района, прыжкомпания, соединение и все зелень. В соответствии с программой, все работы по ремонту дворового пространства были выполнены с учетом мнения жителей района. Всего в Заинском районе за 5 лет будут отремонтированы 175 дворов. Тут стало уютненько все жить. Да, прикольно. Ага. Тропинка. Качель прикольная. Тропинка. И домик, кстати, офигенный. Да, и тоже. Да, можно какие-то для спортивных вот этих штук, типа баскет, ну, что-то, и ворота какие-нибудь маленькие ставить. Да. Еще надо этот тренажер. Да. Несмотря на плотный график, президент пообщался с горожанами и не отказал в просьбе сделать селфи. На поле агрофирмы «Заинский сахар» президент республики встретился с инвесторами и представителями агропромышленного комплекса, главами сельских поселений. Место встречи с президентом было выбрано не случайно. Здесь шла уборка зерновых и сахарной свеклы. Рядом 4 поля – это сахарная свекла, это значит после сидеральный пар, это после озимой обработки, и тут значит, обмолот ячменя. Сегодня надо сказать о том, что Заинцы становятся законодателями вот этих свекловичных, значит, севооборотов. Агросилов в целом во все районы свои, значит, распространил. И сейчас на основании этих, значит, уже республика принимает вот этот опыт. Рустам Миниханов заострил внимание на некоторых вопросах, для решения которых нужно ускорить темпы. Это развитие животноводства, развитие малых форм хозяйствования на селе. В то же время было отмечено, что Заинск сегодня участвует во всех республиканских программах и активно развивается. Рустам Миниханов в завершении разговора затронул тему демографии, а также начало нового учебного года. Школу будем открывать в классическом стиле, чтобы дети ходили в школу совершенно, я считаю, неправильно, чтобы дети где-то что-то ходили, по телевизору учились, это очень сложно. Подводя итоги встречи, Рустам Миниханов призвал беречь здоровье каждого и поблагодарил заинцев за труд. Да и поблагодарить за хорошую работу. Спасибо, на самом деле, значит, по многим вопросам никогда вот в части республиканских программ вы не были. Вы по растениеводству очень сильно продвинулись. Я надеюсь, и по животноводству тоже порядок на меня. Также президенту показали сельскохозяйственную выставку, где была представлена продукция аграриев Заинского района. Елена Маврина, Денис Ипатов, Юлия Казамарова. Новости Татарстана.